Так, всем привет. Вы снова смотрите видео на канале Латуха показывает. Ну а измененный голос, ну извините, горлышко побаливает. Пришла еще одна маленькая посылочка. Сейчас мы будем проверять, что в ней. На ощупь так прямо и не скажешь. Видео делаю обязательно, мало ли там не то. Ну или брак, или еще что-то. Всем советую. Так, открываем. Опа. Это, так как я понимаю, объективчик для камеры. Вот этой вот. Куча. Прикольная, надеюсь. В хозяйстве будет что-то. Это, как я понял, крышка на объектив. Это, как я понимаю, сам объектив. Классно выглядит на этой камере. Частота, кстати, не идеальная, но судя по сиреневому цвету, это все-таки светофильтр накручен, который можно, я думаю, снять. Вот, и остается просто объективчик. Опять с не идеальной линзой. Продавец редиска мог бы почистить. Ну, ладно, смотрим, как он у нас будет показывать сквозь это дело. Ну, в общем, обзору не мешает. Все как было. А если накрутить объектив? Я так понимаю, это поляризационный. Как бы его проверить? А, вспомнил эффект. На IPS-матрице под определенным углом ничего не должно быть видно. Сейчас будем проверять. Это я просто кручу объектив. Вы видите, как меняется картинка. Так что поляризация работает. Ну и как всегда, поскольку нашел хорошую приблуду, которая еще не особо много стоит, как всегда, ссылки будут под видео. Сейчас проверим, как крышка держится. Она держится изумительно. То есть единожды мы его одеваем вот так. Он даже проваливается в силиконовый бампер. Вот у нас теперь, как у нормального фотика, есть крышка. Снимаем крышку. Можем снимать. Клево. Буду экспериментировать. Видео будут на канале. Всем покеда. Надеюсь на подписку. Надеюсь, что вам все нравится, что я умудряюсь нарыть на просторах Алиэкспресса. Всем покеда, удачи и до связи.